Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю, друзья, делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу без вложений. Coin AD Pro. У меня новости. Уж не знаю, хорошие новости, плохие ли. Время покажет. Значит, сайт пока закрыт. Вчера я работала здесь, сегодня уже как бы он закрыт. У меня нету здесь, вот видите, нажимаю зарабатывать, только задания и обмен трафика, кошелинок нет. Значит, в чем дело? Сразу хочу сказать, я вчера сделала вывод, начала искать, как бы зашла в группу на Facebook и почитала и поставила денежку на вывод. Вот я вчера вывела 3.09. 4.65 и последняя история логов. Вывод средств. Так, если перейдем сюда, вывод средств. Также в истории будет вывод. Так, история. Вот 3.09. Payer. Так, основной баланс 4.32. Ну, они комиссию берут, плюс Payer берет комиссию. И с учетом всех комиссий, вот 4.27 USD 3.09. Значит, вывелось все и на Payer. Дата операции 3 сентября. Перевод выполнен 4.27. Значит, в чем, друзья, проблема? Они продали администрации сайт. Значит, всем привет. Так, мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку нашего сайта. Мы хотим поблагодарить, ну это ладно. Так, мы работали на нашем сайте безопасно и уверенно, чтобы обеспечить деньги нашим клиентам и инвесторам. И сегодня мы хотим сказать вам, что это месяц, что это конец дороги или последняя станция для нашего путешествия на нашем сайте. Значит, что случилось? Мы продали сайт другой команде. И у них есть опыт в области прибыли из интернета. И я буду с ними, чтобы они могли получить прибыль, если у них есть букет. Ну, друзья, вот такой вот перевод гоблинский немного. Так. Так, от новых владельцев сайта. Мы не можем рассказать о них, потому что они хотят этого. Они арабы или египтяне, которые означают иностранцы 100%. Вот почему... Ой, ну такой вот перевод. Значит, если у вас есть букет, который вы не закончили, вы получите свой выигрыш полностью. Дополняет, и я буду с вами, чтобы гарантировать все ваши права, конечно. Деньги на сайте. Если вы сняли свой доход и у вас есть новая прибыль, как вы согласны раньше, вы будете полностью свистеть свой аккаунт и начать с нового сайта. Мы будем думаем, что вы выиграли сайт и получить прибыль. В общем, они тут сами уже, я все зачитывать уже не буду, зайдете и прочтете. Перевести на русский. Все это можно прочесть. Значит, что они продали сайт, ну сайт будет продолжаться. Вот я прочла вот эту информацию, и я задала вопрос. Это касается, ну, что я не поняла, и касается проекта Coin AD Pro, на что они мне вот ответил. Проект все еще продолжается и будет лучше с новой командой. Они будут вести Coin AD Pro. Значит, пока временно сайт закрыт. Ну, посмотрим. Новая администрация будет. И вот я вчера запаниковала. Я вывела, поставила сразу на вывод денежку. И что на удивление, мне очень быстро пришел вывод. Ну, буквально там, я не знаю, минуты две. Я как раз находилась на почте, и вот мне вот пришло новое письмо, как бы я посмотрела Coin AD Pro, мой заказ, и сразу Payer, как бы все тип-топ. Мне выплатили. У кого есть денежка на вывод, пытайтесь, друзья, вывести. Смотрите, минимальная сумма, кто на бесплатной основе, минимум 50 центов.
Вот они берут комиссию 7%. Как бы. Плюс, видите, у меня членство должно закончиться. У меня здесь ничего как бы нет. Будет, значит, сайт обновлен. Я так понимаю. И будем по новой работать. Я, конечно, с этого проекта уходить не собираюсь. Я подожду обновления, потому что мне проект определенно очень нравился. Да и нравится. Все по-честному. Работаешь, зарабатываешь и выводишь. Вот. И посмотрим, что нам новая администрация даст. Был здесь чат, чата нет как бы. Вот. И вот такие вот у меня новости. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Будем ждать новой информации. До новых встреч.